Сколько раз он видел эти места? Как ехать во Фрунзе, хочешь не хочешь, а Качкольки не миновать. Но тогда все мысли были заняты делами Акталы, Джумгала, где он прежде работал. И эта безотрадность кочкорской земли его, собственно, не касалась. Теперь касается. Его, Корчубека Акназарова, первого секретаря кочкорского райкома партии. За работу в Актале он получил звание Героя социалистического труда. Нелегко было поднимать тот отдаленный район. Какие зимовки тяжелые были. Вьюками на вертолетах корма забрасывали. Овцы гибли. Джуд. Он, Акназаров, хорошо знает, что значит это слово. Что такое бескормица. А тут люди мечтают о снеге. Ведь когда ручьи замерзают, не только корма. Воду возить надо. Не зря скала Кочкорота дала название всей долине. Ни единой капли осадков на ее склонах. Только ветер. На этой земле не мимо проехать. Жить, работать. И он мало в чем может упрекнуть своих предшественников. Те тоже старались что-то сделать, найти то главное звено, взявшись за которое, можно было двинуть дело вперед. Где только оно, это звено? Восемь лет работает он в Кочкорке. Четыре года назад они впервые завоевали переходящее красное знамя ЦК КПСС и Совета министров СССР. И вот сообщение из Москвы. Знамя вновь остается у кочкорцев. Четвертый раз подряд. Совсем недавно они значились в ряду отстающих. Сегодня каждый второй чабан получает по 5-6 килограммов шерсти с овцы. Это самый высокий настрик в республике. А лучшие добиваются таких результатов, которые многим кажутся и вовсе недостижимыми. Что же произошло в Кочкорке? Совет Сакыбаев. Старший чабан колхоза имени Фрунзе. Ему 44 года. Чабаном работает 17-й год. Помогает ему жена Сайнакан. Впрочем, в таких делах главная она. Очень высокие результаты у Сакыбаевых. От каждой второй овцы двойня или тройня. Отара в 500 голов дает колхозу две отары отличного молодняка. Секреты мастерства? Они общеизвестны, утверждает Сакыбаев. И дело свое знать надо, и каждую овцу. Но главное – полная кормушка. Круглый год. Константин Михайлович Ткачев. Необычна судьба этого русского человека, родившегося и прожившего всю жизнь в исконно-чабанском крае. В молодости был трактористом. Прошел войну. Потом водил грузовик. А 10 лет назад
старый шофер попросил дать ему отару. Многие плечами пожимали, а ему интересно было, сможет он или нет. Сегодня ему доверена «Элита» — группа баранов-производителей овцеводческого завода «Кочкорка». Питомцы Ткачева дают по 14 килограммов первосортной шерсти. Рекордный результат. «Пут возьмем», — убежден Константин Михайлович. «Корма есть, можно работать». Вот они, знаменитые кочкоры и скачкорки. Золотой фонд здешних хозяйств. Да и не только здешних. В республике 5 племенных заводов, и все разводят эту, созданную в кочкорке породу, киргизскую полутанкорунную. Немалая честь, но еще большая ответственность. Благом оборачивалась для кочевника скудость здешней природы. Не было здесь ни сел, ни пашен, а оставшиеся с лета травы были доступны скоту и зимой. Вот почему первое в Киргизии социалистическое племенное хозяйство было организовано именно здесь, в Кочкорке. Тогда, 50 лет назад, в племхозе было всего лишь 3000 овец. Теперь их 15 раз больше, и зимовать с каждым годом становилось все трудней и трудней. Только бы дотянуть до весеннего перегона. Весенний перегон. За 100 и 200 километров. За перевалы Кызарт и Калмакашу. Нет. Это не просто смена одного пастбища на другое. Для чабана это как Новый год, как вторая весна, как обновление жизни, в которой все сбудется. Этого человека в Кочкорке знают все. Член ЦК КП Киргизии, герой социалистического труда, лауреат государственной премии. И все же судьба Касымбека Джунушева не исключительна. В 17 лет стал чабаном. Не изменил традиции старший сын, Курманбек, ведь он студент зоотехнического факультета. В двух институтах учится сын Касымбека. Один институт в городе, другой – Джайло отца. Праздник года. Светлая передышка между двумя зимами. Минувший и будущий. Thank you.
Какие праздники, как лето в горах. Впереди осень, а осень гонит чабана вниз. И если б только осень. Нет, они вовсе не несметны богатства альпийского луга. Что удивительного? Зимой в районе содержится 500 000 овец. Летом же их численность доходит до 750 тысяч. Теперь и летние пастбища не выдерживают той нагрузки, которую взваливает на них человек. Больше скота – хуже пастбище. Хуже пастбище – меньше скота. Но ведь планы народного хозяйства требуют еще большего развития животноводства. Замкнутый круг. Казалось, все дело в бессистемном стравливании пастбищ. Считалось логичным, что если установить очередность использования пастбищ, то все проблемы со временем решатся. Надо лишь подождать. Нельзя ждать у моря погоды. Нельзя что-то требовать от земли, ничего не давая взамен. Старому Кадыралы эта мельница досталась от отца. Отцу от деда. Значит, мельнице Акучук больше 100 лет. Значит, и 100 лет назад кочкорцы пахали землю, сеяли ячмень. Но сколько? Разве что сделать толкан, заквасить хлебный напиток джарму? Казалось, большего здешняя земля дать не может. Здесь даже деревьев у домов не сажали. Думали, разве примутся?
Да и дома такие вот и лепили. Юрта была постоянным жильем, не дом. Школьный учитель Корсан Телекматов. Эти деревья он посадил перед самой войной. Первые деревья в селе Кызыл-Дюбе. Сколько жердей нарезал, чтобы сделать кереге, остовы юрт. Сколько саженцев рост. Юрта и дом. Дом и юрта. В этом слиянии двух укладов жизни вся Кучкорка. Только все вместе, Кучкорское село. И все-таки село как дерево. Оно крепнет, если корни его в земле. Земля до 3000 метров над уровнем моря и 3% пашни. Остальное камень, древних курганов, гор и связанных с ним легенд, рожденных мечтой о могуществе человека и его счастье. Этот камень называется Кошойташ. В преданиях его поднял над собой мудрый батыр Кошой, один из любимейших в народе героев киргизского эпоса. Кто не пройдет, невольно вспомнит об этом. И каждый, наверное, соизмерит, по силам ли такой подвиг простому смертному. Ни раз, ни два приходили люди и к этому полю. По силам ли человеку его поднять? А
Они сами не верили, когда начинали. Конечно, Акназаров убеждал, доказывал, но говорить это одно, а вот на деле. Разве ложкой вычерпать море? Они здешние, выросли здесь, и Звеневая Сокен Акзымова, и бригадир Бектен Акматов, им ли не знать своих полей? Соседи подшучивали. Что, взяли обязательство по сдаче камней? Да, тут бы они побили все рекорды. Это и вовсе странным казалось, бессмысленным, безнадежным. У них посевы летом горят, не получая воду в достатке, а тут зимний полив. Где смысл поить поле, на котором ничего нет? День-два обычного кочкорского ветра, и земля вновь как камень. Он самый трудный, первый полив. Десять лет работает поливальщиком Султан Сопуканов. И он хорошо знает, 4 летних полива нужно этому полю. А могли дать только 2, в лучшем случае. Акназаров говорил, требует агротехника закрыть влагу в почве. Считайте, что это требование райкома. Что ж, стали закрывать. Но ведь и раньше знали об этом. Не верили. Что уж тут думать о влаге, когда подчас нет главного, поливной воды? Один-два полива – вот все, что могли дать ручьи окрестных предгорий. А потом? Еще один парадокс здешних мест. Река Чу, она рождается в Кочкорке. Порт Атакой, этот залог благополучия Чуйской долины, он тоже на кочкорской земле. Но вся эта большая вода внизу, а реки вспять не текут. Текут. И реки текут вспять. Насосная станция Кенеш. Она поднимает воду на высоту 100 метров. Насосная станция Тармалсас. Насосная станция Коктала. Через перевал Кызылбель она гонит воду в долину Коктала.
Впрочем, 8 лет назад эта долина называлась Актала, то есть Белая степь. Да, всего лишь 8 лет назад. Кажется, что так было всегда. Наверное, именно так должны выглядеть благословенные и сказочные луга из легенд и преданий. И если прежде горы нельзя было представить без фигуры чабана, то сегодня их нельзя представить и без поливальщика, сугачи. Утром их развозит автобус. И целый день только шелест зеленых волн, плеск воды и тот шорох, с которым земля пьет влагу, и который слышен только им, сугачи. Сокен Акзымова, звеневая колхоза имени Фрунзе. Тогда, 8 лет назад, поливальщиков почти не было, и райком партии обратился за помощью к женщинам. Депутат облсовета, член правления колхоза, первая откликнулась. Трудно бы ей пришлось, все-таки четверо детей, если бы не муж Коногбай. Он школьный учитель по биологии. Так что полив – мой профиль, как всегда шутит Коногбай. Или скажет, какое совпадение, Сокен, что ячмень растет летом? Именно летом, когда бывают летние каникулы. Да уж чего только не бывает. Даже дожди бывают в Кочкорке. Но не верит кочкорским дождям сугачи. Не радуга примета урожая. Примета вот. Летучая мышь в поле. Ночной полив. Славой поливальщику с чабаном пока не тягаться. Ну, кто знает султана Сапуканова? А первый визит Акназарова к нему. Конечно, приезжали и раньше. Подъедет машина к краю поля, посигналит, и поливальщик шел к машине. Докладывать. Акназарову докладывать не надо. Он видит сам. И в газике у него всегда пара резиновых сапог. Его даже прозвали Баба Дейкан, покровитель земледельцев. Старейшина, что ли? В шутку, конечно. Хотя нет дыма без огня. Когда-то в сельхозтехникуме учился, на третьем курсе. Потом война. Наводчик орудийного расчета. Это он там, на фронте узнал, что такое
выбор цели, что такое попадание. Теперь привыкли к урожаю. Теперь в нем никто не сомневается. И вся забота о том, как встретить его, не растерять. Молодые привыкли, старики нет. Слишком много было у них других осеней. Ведь иной раз семян не возвращали, даже не скашивали такие поля. Зачем? Девчонка села за штурвал Гульзина Дуйшеналиева. Теперь она известный бригадир, о ней пишут в газетах. И вот 16-я страда. Страда. В Семизбеле хоть завтра. А в Талабулаке через полмесяца, настолько там выше. И значит, зима там на 2 недели ближе. И значит, надо успеть. Рассказывает, приходит старик в контору, кажется, в Талабулаке. Прошлый год, говорит, я слышал, какой-то Ипатов ячмень убирал. Хорошо убрал. Быстро. Нельзя ли снова позвать этого человека? Хороший ячмень вырос. Ладно, отец, сказали в конторе. Пригласим. Будет Ипатов. Обязательно. Продолжаем концерт для тружеников села. А на карте города нет мака, это белые облака. Сердце молод, значит, новый город будет наверняка. Семизбель. Девятнадцать лет знает это поле агроном Коломейцев. По 6 центнеров здесь получали, о 10 мечтали. И когда Акназаров говорил о 40 центнерах, какой туманной абстракцией казалась людям эта цифра. Вот как эта абстракция выглядит сегодня. 45 центнеров зерна с гектара. А разговор прежний у секретаря. Можно и больше. Нужно. Больше у Карагула Сакыбаева. Доволен председатель. По 55 центнеров взял колхоз имени Фрунзе. Ток колхоза имени Жданова. Было время, когда они, ждановцы, возили солому из Чуйской долины, чтобы кормить скот. Потому что с этих земель они получали подчас меньше, чем сеяли. Земли те же, люди те же.
Да и ветры не изменили своего нрава. Все-таки снег в Кочкорке. Но уж если он выпадет, то выпадет именно в такой момент. В этих буртах половина всего урожая совхоза «Комсомол», а половина в поле. Если б не горы вокруг, можно подумать, что ты на равнине. Но это горы. Сколько раз не вызревал ячмень в поле. Тогда райком предложил поднимать зямь, и сроки пахоты, сева сократились вдвое. Стал вызревать ячмень. И какой? По 42 центнера с гектара. Здесь, на высоте 2500 метров над уровнем моря. Нет, прекрасная все-таки погода в Кочкорке. Снег ляжет, все, погиб, кажется, урожай. А солнце глянуло, можно работать. Можно работать, вот главное. И как кстати, что вновь поля убирает Ипатов. Кто-то будет доволен старик из Талабулака. Перегон. Снова перегон. Теперь и не скажешь, какому чабан рад больше. Летнему или сейчас вот, в сентябре. Все-таки домой, на зимовку. Причем на сытую, вот какая особенность. Не пустеют поля в Кочкорке. Уходят комбайны, вновь появляются поливальщики, появляются чабаны. Только осенью на этой щедрой отаве пересекаются их пути. Встретились и Ткачевы. Бабушка Рая с внуками, отец с сыном. Володя ячмень убирал в Семизбеле. Теперь снова шофер. Пример отца заразителен. Что если взять отару? Но отец против. А ячмень? А корма?
новый учебный год в Кучкорском профессионально-техническом училище. Они и летом работали, эти ребята. А теперь надо учиться тому, как им работать завтра. Вернулся в класс Конокбай Акзымов. Теперь другая страда, школьная. И он снова учитель. Но кто скажет, что он не был им там, в поле? И это тоже урок. Рассказ о деревьях, посаженных комсомольцами еще в 30-е годы. И детям его нужно знать. Они должны все знать о своей земле. Ведь жить на ней им. Каждый год 21 апреля Кочкорка выходит на Ленинский коммунистический субботник. Thank you.